Ночь была шикарная тем, что находок было предостаточно. Фундамент взорвали классно, в общем, выстрелил зачетно. Какие находки поднял я, не все не снимал, так что завтра утром я вам продемонстрирую, что отыскали. В принципе, самочувствие хорошее, две ночи копаем, но все равно я решил отдохнуть. Потому что завтра продолжим копать, и завтра снова будут находки. Так что до завтра утром. Завтрак и снова накоп. А пацаны продолжают, потому что они приехали только к вечерам, сил у них полно. Я бы мог бы их поддержать, но все-таки решил о здоровье подумать. Так что спокойной ночи. Пока. Итак, ребята, доброе утро. Морда у меня мятая. Погода шикарная, красивые виды. У нас комрады все встали, за исключением Женьки. Кенгуля. Кенгуля вон развлекается с Рустиком. Сейчас телефон у него отобрал, блин. И отметки ставил, как дракол, на телефоне. Ай, блин. Доброе утро, ребята. Сейчас, блин. Вон тот вон кадр, который вон валяется, блин. Вон. Сейчас, Кенгулька. Сбил с ног, блин. С ног сбил, ладно, блин. Пока он там с ним игрался, утащил телефон, блин, этого Рустика, блин. И отдраковил, да? Не? Я покажу. Херакнул. Ой, ну балбес, блин. Да, вот, есть клыки, блин. На телефоне. О, ребята, смотрите, какая погода. Утро доброе, ребята, утро доброе. Красота. У нас все на ногах, только Женька сейчас спит. Сейчас на пунктик подойду, посмотрим, что мы ночью там натворили. Ну что, ребят, доброе утро, ребят. Вчера ночью покопали на славу. Знатный оказался шурф. Я в начале шурфа говорил, что он выстрелит. И он реально выстрелил, ребят, несколькими находками. Но цари совета не в счет. Вы знаете, Женька вчера приехал поздно. Я ему сразу предложил совместно покопать. Накопал он классно, я вам скажу. С этого фундамента он больше всех монет выцепил. Но это не важно. Вчера немножко посидели, пообщались. Оказывается, знаете, ребята, многие мужики сваливают от своих жен по бабам. Ну да, ребят, грубо говоря, на блядки. А женек сваливает не по бабам. Он сваливает на коп. Да-да, ребят, мы вчера узнали, что Женька сейчас находится на работе. Так жена думает. Да на самом деле он здесь, с нами, с мужиками. Сейчас легкий завтрак. Монитос в прямом эфире. А я вчера тоже, блин, знаешь, вот там ковырялся что-то. Начал так обходить и верховую орлянку достал. Ага. Вот верховую Михалыч только что двушечку поднял. А я орляночку прямо здесь вот тоже поднял верховую. Так, фундамент. О, на славу. Чё-то я не вижу, что вы ночью это, блядь, работали. Они вот, вот это вот, прикинь, они вот тут обломили. И вот они вот эту вот часть вот всю, короче, вот этот вот угол вот досюда вот выступили. Да ни хрена, что-то да, они вообще бездельничали. А вот Диман, блядь, впервые шурфит.
И он такую жизни радуется. Знатную, зачетную такую находку поднял вчера. Ай-яй-яй, ребята. Просто шедевр. Лагерь номер два. Смотрите. Вот. Вот один чувак вылез, один друг пошел уже отливать. Вон третий требущит. Блин, а че вы поздно как, ребята? У нас там все уже работают. Мы не хотим перерабатывать. Да? Вот. У нас как у завода, от звонка до звонка. Ясно. Вон, смотрите, там где-то в палатке шубуршит, блядь. Штаны, что ли, одеваешь, ёпты? Ты нагишом, что ли, там, ёпты? Здорово, здорово. Ладно, ребят, я что, пришел-то, блин, за кипятком чайник надо взять. Потому что я какой-то не работник. Пока не поем, кофе не попью, мне что-то, знаете, не вставляет кофе. Так что, ладно, ребята, с находкой обязательно включусь. Ну и обещаю находки, которые сделали вчера ночью, в частности, только мной. У пацанов еще больше, ребят, находок. Такое количество бутылок я вчера вам кое-как показывал в темноте. Весовая гиречка. Смотрите, вот в такой чеплашке. Вот такое большое количество. Очень ажурный. Красивые утвари. Вот, смотрите. По монетам получилось самое цинусное. Это, конечно же, полтинник, ребят. Я орал. Тот лагерь даже проснулся. Как слышал, я сейчас к ним ходил. Он говорит, мы аж проснулись. Диман вообще чуть не провалился, от когда я кричал, блин. Рустик тоже там что-то удивился. Так, царская трешка. Так, царская двушка. Еще одна копеечка царская. Двушка Александра низкопрофильная. Так, ну, в принципе, советов я вам не снимал. Была двадцатка, не снимал 10. В общем, все-все-все, что касается советины. Вот она, это верховая, ребят, пуговка. Гирька, которую я вам недавно только что говорил. И вот, значит, самое печальное то, что, смотрите, вот эти обломки. Раз обломок, два обломок, три обломок, да? Поэтому вот обломку вы уже можете понять, что это за обломки были. Вот, например, тоже сюжет. Это была створка от большого складня. Так, цепочка, ложка, огонь. Нож, я думал, серебро. Но нет, это не ржавейка. Вот, стекла было вообще... Найти бы хоть одну целую было. Было бы вообще кучеряво. Ладно, ребята, я до сих пор продолжаю завтракать. Так что вот такие чудесные находки у нас были ночью. Результат лучше, чем у меня дневной. Вот так вот. Классно. Находки пацанов я вам покажу. Вот рустику такую фиговину. Откопала я, нашел. Классно, все зубы на месте. Вообще зачетно. И вот, ребят, вот такой тоже сюжет был. О, чайник у меня готов. Да. Вот такой вот сюжет. Скорее всего, лампадка. Бумажник я выкинул весь. Вообще класс. Да. Класс, ребят. Откопали ночью прям шикарно. Ладно, завтрак. Я не жалуюсь. Итак, ребята, первое... Первое сегодня утреннее серебро. Ее, угадайте, поднял кто? Ну, как, конечно же, Татарин. Татарин. Это Рустик поднял 15 копеек 25 года. Нормально, серебруха. С утра пораньше, зачетно. Держи. Красавчик. А я поковырялся там, поковырялся здесь. Засыпка есть, но находок нет. Так что будем искать находки. Итак, ребят, Михалыч набрел на уголок, где бутылки. Вот такая бутылочка, ребят. Просто прям даже ностальгия. Ностальгия. Бутылки идут. Идут. Вон. В чеплашечки его бутылочки. Вот такая вот интересная пепельница. Подкова. А внутри лошадь. Вот такая вот еще. Ретро.
находочка. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, коп завершение и подходит. У нас уже комрады собираются. Вот Женя тут собрался. И небольшой обзорчик того, что он накопал. Вот эти монеты он буквально прям одну за одной дергал. И говорит, как я ушел на боковую, они ни хрена ничего не подняли. Все, что интересное, это 1-2 копейки Николаевского образца. Вот такая 1-2. 1898. Да, я был вчера прав, когда говорил 98. Пол копейки. 25-й год. Неплохая, я думаю, почистится, будет классная. Так, двушка. Копейка Николаевские. Копейка 24-го. Трешки 46-й, 33-й, 34-й, 31-й. Ну и двушки ничего интересного тоже нету. Как-то вот так вот получилось. Я считаю, что как бы, когда он приехал поздно, уже темно было. И вот за ночь вот такое количество накопал. Я думаю, неплохо. Ладно. Вот так вот Евген у нас откопал. Но он, к сожалению, домой. Все, ждем продолжения. У нас вон ребята еще не собираются. Наверное, до вечера. Ну что, ребята, остались мы с Михалычем вдвоем. Двое удалых. И Дмитрий один остался по верхам. И вот так вот на лопате выпала монета. Вместе с вами будем смотреть, что это за монета. Так, это у нас трешка. Трешечка. 1879. Ну, затертая, но, по крайней мере, класс. Первый сигнал. Этот шурф закладывали первым днем Михалыч. Хотя я, да, Михалыч, вам этот шурфик показал. И Михалыч с Дэном здесь зашурфились. И, как вы видите, хотя бы не видели, здесь они достаточно много количества монет собрали. А Дэн шурфил здесь. Смотрите, как он там подкоп сделал. Ёшка кот. Ох. И вот с этого вот участка он поднял 12 монет. Цари, советы. И вот у меня первая здесь монета. Итак, ребята, Аська подала хороший сигнал. Я говорю Михалычу, либо крупное что-то железное, либо 100% медное.